Свою проповедь я хочу начать с одной интересной истории, которую я прочитал в интересной книге по духовному формированию христиан. Эта история рассказывает о частной почтовой компании, которая находилась в Америке в 19 веке. Эта компания развозила почту с помощью гонцов. И одним концом, восточным концом маршрута был город Сент-Джозеф, это штат Миссури, а западный конец был в Сакраменто, это штат Калифорния. И это расстояние занимало 2000 миль. При хорошем расположении погоды, при условии того, что не нападали индейцы, этот путь гонец проезжал за 10 дней. Компания эта называлась Pony Express и действовала она всего лишь 19 месяцев. Очень короткий был период ее действия с 1860 года с апреля по ноябрь 1861 года. 19 месяцев, короткий период. Потом провели телеграфную связь и нужда в этой компании прекратила иметь действие свое. И вы знаете, что быть развозчиком в этой компании была очень непростая работа. Им необходимо было за день проезжать 75-100 миль. Причем менять надо было лошадей каждые 15-20 миль. Ну, непростая работа. Продукты, которые они возили с собой, они включали мешочек с мукой, немного кукурузы и кусочек мяса. Вот все, что они могли взять с собой. Они имели также медицинскую аптечку. Это был скипидар, борное мыло и мазь из тартара. Знаете, интересно то, что даже зимой эти люди одевались в одну рубашку, чтобы это придавало скорость их движению. И в момент даже, когда было нападение индейцев, это давало возможность им все-таки скрыться, убежать от них. И поэтому даже в холодную стужу они были в легкой одежде. Они не могли одеть на себя множество одежды. И в 1860 году газета «Сан-Франциско» напечатала такую рекламу для Pony Express. И я вам его сейчас прочитаю. Требуются молодые, стройные, выносливые ребята, не старше 18 лет. Они должны уметь хорошо управлять лошадью и иметь желание рисковать каждый день. Предпочитаются сироты. Вот такая вот простая, но очень честное объявление. И вот такими были вот требования к этим молодым ребятам. И знаете, что удивительно? Несмотря на не очень радужные перспективы, в этой компании никогда не было нужды в гонцах. Никогда. Ну, это объявление, что пришли. Вы знаете, для нас это поучительная история. Нам нужно быть также честными в отношении фактов относительно нашего служения Богу. Так же, как Pony Express, служение Богу не является работой для временно заинтересованных людей. Это стоящее дело. И служение Богу, оно требует всей нашей жизни. Отдачи всей нашей жизни. Бог хочет, чтобы служение Богу, Ему, стало приоритетом номер один в нашей жизни. А не просто временным каким-то действием. Ему нужны слуги, которые будут отдавать без остатка все свое посвящение. И служение Богу также не является кратковременной обязанностью. Вы знаете, Царство Божие, в отличие от компании Pony Express, оно будет вечно. Компании заканчиваются, все заканчивается, но Божье Царство, оно вечно. И сегодня я хочу поговорить о нашем с вами посвящении в служении Богу.
о том, как это посвящение должно выражаться. И я хочу, чтобы все мы задумались, насколько мы посвящены Богу. Я хочу, чтобы мы все задумались, на каком месте Бог стоит в нашей жизни. Но на эту проповедь меня вдохновила не эта история. На эту проповедь меня вдохновил один интересный текст из Священного Писания. Скажу, что скорее эта история потом уже всплыла, когда я размышлял об этом тексте. Этот текст мы разбирали со студентами во время недели обучения, изучая науку о толковании Писания, герменевтику. Этот текст мы рассматривали где-то полгода назад на домашней группе в рамках изучения той же науки. Но вы знаете, как бывает. Ты читаешь Писание, оставляешь его, но тебе не дает покоя прочитанное. Вот примерно то же происходило в моей жизни на протяжении этих последних двух недель, когда я размышлял, готовился к проповеди, и этот стих не давал мне покоя. Я его откладывал, но Дух Святой возвращал меня и говорит, надо проповедовать по нему. И я буду говорить именно по этому тексту. Это Римлянам 12 глава, 1-2 стих. Хорошо всем нам известный стих. Апостол Павел говорит. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Прекрасный текст. Я вначале хотел проповедовать по всему, но потом, когда начал писать, понял, что по всему не получится, поэтому попроповедую только по первой части. Я думаю, с Божьей помощью вторую часть я попробую на следующую субботу тоже коснуться, потому что действительно очень важные слова написаны в этих двух стихах. Я вам скажу, друзья, что это мое личное мнение, но я считаю, что именно эти стихи каждый христианин должен знать наизусть. Эти стихи, они должны двигать нас в нашей жизни и служению Богу. Но есть очень важный вопрос. Нам важно это не просто выучить. Потому что очень часто мы можем цитировать места Писания. Это неплохо, но гораздо важнее не цитировать места Писания, а применять их в своей жизни. Что же мы видим, друзья? Дух Святой устами Павла умоляет нас с вами к определенным действиям. И когда мы читаем этот текст, на первый взгляд может показаться, что апостол Павел просит. Вот он. Я умоляю вас. И мы воспринимаем, что нас должны просить. И вы знаете, смотря на ситуацию в теле Христовом, я вижу, что очень часто христиане привыкли к тому, что их надо просить. Лидер должен рассказать, служитель, пастырь, в классную вдохновительную проповедь. И потом сказать, братья, ну пожалуйста, послужите. Вы знаете, в этом тексте апостол Павел не просит, потому что, если мы посмотрим, значение слова, о котором говорит, он настойчиво просит, он не просто не упрашивает, он настойчиво просит. Это значение данного слова. И читая контекст вообще послания, которое мы изучаем, послание к римлянам, мы можем видеть это в духе всего Писание. Если мы смотрим предыдущую главу, то мы видим, что Павел поднимает очень серьезные вопросы. Он поднимает вопрос отношений Бога и Израиля. Он поднимает вопрос непрерывности этих отношений. Он поднимает вопрос участия язычников в плане спасения. И язычникам он говорит, вы, если привились к природной маслине, не гордитесь. Но бойтесь. Апостол Павел говорит, что Бог заключает всех
в непослушание, чтобы помиловать. И в конце главы, 11, я говорю о предыдущей главе, перед тем, как он говорит наши слова, он говорит: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь». Аминь, друзья. И после этих слов Павел говорит: «Итак, я настойчиво прошу, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Я настойчиво прошу. Я не умоляю, я не выпрашиваю: «Братички мои любименькие, ну послужите Богу, вам надо бы представить». Нет, он говорит: «Я настойчиво прошу. Я настойчиво прошу каждого христианина это сделать». К чему же побуждает нас Бог в своем откровении? Он побуждает нас к служению. Наше служение должно быть разумным. И наш ответ на этот призыв должен выражаться в правильном понимании качеств нашего служения. Потому что служение Богу, оно должно соответствовать определенным качествам. Не так, как мы этого желаем, но есть качества, о которых говорит Священное Писание. Я скажу так, друзья, что все христиане призваны служить Богу. Тот, кто пришел вчера, и тот, кто пришел 10 лет назад, они должны служить Богу. Вопрос того, что уровень этого служения будет разный. Знание, вопрос познания Бога у человека в разном духовном возрасте будет разный. Но служить все должны одинаково, с одинаковым усердием, с одинаковым желанием. Вопрос, мы должны понимать это. Хочу привести вам пример. Пример одной удивительной женщины, удивительной сестры. Она ходит в нашу общину. Вы, может быть, не все даже ее знаете. Она недавно ходит к нам в общину, но у нее есть чему поучиться. Я говорю о Марии Васильевне, нашей драгоценной Марии Васильевне. Буквально менее года она ходит, может быть, около года в общину. Но знаете, что меня вдохновило и приятно удивило? Что когда мы приглашали ее только первые разы, на эров шаббат и на мероприятие, она всегда, всегда говорила: «Давайте я вам что-то помогу. Давай, я что-то хочу сделать». Постоянно. Она всегда хотела что-то делать. Она хотела послужить Богу. Это очень хороший пример. Человек только на пути, человек только делает первые шаги, но сердце благодарное. Благодарное сердце всегда будет служить Богу, понимая, что Иешуа Машиах совершил для него. И это очень хороший пример нашей сестры Марии Васильевны. Спасибо вам огромное. Слава Господу за вас. И, как я сказал, мы все призваны служить. Но не просто служить. Мы призваны служить жертвенным служением. Представьте ваши тела в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Только жертвенное служение угодно Богу. Ему не надо, чтобы мы просто приходили в общину в субботу и среду. Это нам надо приходить. Но Бог хочет, чтобы мы шли с пониманием того, что наши жизни посвящены на служение Богу. Ему не надо, чтобы мы одевались в такое религиозное облачение на тот период, когда мы якобы что-то делаем для Бога. Нет, ему надо, чтобы мы постоянно, каждую минуту нашей жизни жили с пониманием того, что мы призваны на служение Богу. Где бы мы ни находились, мы служим Ему. Он ожидает от нас полного, глубокого, обдуманного служения, чтобы мы представили все наше естество, всю нашу жизнь на алтарь посвящения нашему Спасителю. И
Те, кто называется славным именем Иешуа Машиаха, должны помнить, что мы не принадлежим себе, друзья. Мы не принадлежим себе. И мы куплены. Он заплатил за нас цену. И об этом говорит Писание. Писание говорит, что в 1 Коринфянам, 6 главе, 19-20 стих. «Не знаете, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Ибо вы куплены дорогою ценой. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Друзья, мы не свои. Мы куплены драгоценной ценой Его крови. Мы принадлежим Богу. Мы должны понимать, что мы принадлежим Богу. И понимание нашего искупления, оно движет нами, чтобы представить наши тела в жертву, в жертвенное служение. Павел говорит, что ваше служение будет разумным, если вы представите тела ваши в эту жертву. Но не просто в жертву, а жертва, которая соответствует определенным качествам. Какие качества посвященного жертвенного служения? Первое качество. Наша жертва должна быть живой. Помните историю Авраама и Исаака? Помните? Я думаю, что все прекрасно помнят. Согласно еврейской традиции, Авраам принес Исаака в жертву. Об этом говорит и Новый Завет, что он это сделал. Хотя самого заклания не было Исаака, но он это сделал. Тот же Рав Шауль в послании к евреям говорит: «Верую, Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного». Принес как утверждение сделано. И вы знаете, что Исаак согласился стать этой жертвой. Он был послушен отцу. Хотя может показаться, что в конце он задавал вопросы Аврааму, но я думаю, это было у этого молодого человека были вопросы внутри своего сердца, когда они шли. Нету жертвы, нету ничего. Не знаю, как было, но знаю то, что жертва Исаака – это есть прообраз жертвы Иешуа Хамашеха. Иешуа, он также пришел на эту землю, чтобы исполнить волю Отца. И с самого начала своей жизни он знал, что у него есть миссия определенная, которую он должен принести. Он знал, что должен будет стать этой жертвой. На протяжении его служения мы видим, что он это прекрасно понимает. Мы можем видеть, как Йоханан Покружающий, Иоанн Креститель говорит, увидев Иешуа, в Иоанна 1 главе 29 стихе говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи этого мира». Интересно то, что ученики Иешуа Хамашеха, они также были приготовлены самим Иешуа к жертве. Они были приготовлены к жертве Ола. Во время Тайной вечери мы видим, что Иешуа омыл их ноги водою, и он объяснил сам смысл этих действий, показав нам определенный пример. Я думаю, что, возможно, в контексте разбора Торы мы сможем вопрос, связанный с жертвой Ола, разобрать более крупно, но хочу прочитать более емко, хочу прочитать вам Иоанна, 13 главу, 13-17 стих, именно момент во время Тайной вечери. «Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом? Правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно говорю вам, раб не больше господина своего,
и посланник не больше пославшего вас. Иешуа показал нам пример своей жизни. Он был жертвой. Будучи живым, он был жертвой. Он принес себя в жертву Богу. Он был живой жертвой, приготовленной. Его пример приготовления учеников. Он приготовил своих учеников. И он приготовил их стать живой жертвой для того, чтобы они учили нас это делать. Его пример, чтобы наши жизни стали живой жертвой и примером нашего жертвенного служения, мы для других людей были примером. Его пример, чтобы мы делали то же, приготовляя своей жизнью, то тем, как мы живем, и своим учением наших детей. Я имею в виду не только родных, это может быть духовных людей, братьев и сестер, потому что все мы призваны быть, служить жертвенным служением, быть жертвой живой. Будучи живыми, мы отдаем всецело свою жизнь к жертвенному служению Бога, Богу. Это есть Божий план распространения Его Царства, друзья. Это есть Божий план распространения Его Царства. В Матфея 13 главе 33 стихе мы читаем интересную одну притчу. «Иную притчу сказал он им. Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». И вы знаете, Иешуа стал этой закваской. В каждого из нас он поместил вот это свое естество закваски. Вначале он поместил это в апостолов. Через апостолов он поместил, дав учение, мы приняли Иешуа. И часть Иешуа, этой закваски, природа этой закваски живет в нас. Так что мы с вами являемся закваской для этого мира. Я скажу вам, что мы будем этой закваской, только если будем подобны Ему. Если мы будем иметь качество этой закваски, качество Иешуа ха-Машиаха, а в нас есть эти качества, мы станем участниками Божьего Царства только при условии прямого в Нем участия. Наши жизни будут действительно жертвой Аллаха, благоуханием приятным, если мы согласимся представить наши тела в жертву живую. И только такое служение можно назвать посвященным служением Богу. Знаете, что интересно? Что во время Тайной Вечери Иешуа закончил свое объяснение очень интересным стихом. Он сказал, если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Знать недостаточно. Счастье приходит тогда, когда мы исполняем то, к чему Он нас определил. Вы будете блаженны, если вы представите тела свои в жертву живую для служения Богу. Именно исполнение слов Мессии делает нас с вами счастливыми, когда мы, будучи живой жертвой, будем учить других людей жить подобным образом, показывать своим жизненным примером жертвенного служения вновь ставшими участниками Божьего Царства жить подобным образом. Итак, друзья, качество второе, о котором Павел говорит. Наша жертвенная жизнь и служение должно быть святым. Жертва должна быть святая. Бог, будучи абсолютно святым, полностью отделенным от греха, Он отделяет нас из этого мира, делая нас святыми. Всем нам хорошо известный стих, 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». Народ святой, мы с вами святой народ. Бог взял нас в этом погибающем мире и отделил нас для себя, сделав святым народом. Но сегодня мы можем видеть, что христиане хоть и являются по статусу святыми, но зачастую почему-то образ жизни
немножко не совсем соответствует святости, которую хочет видеть Бог. Знаете, приведу вам один пример. Пример жизненный, такой интересный. Когда-то, лет 10 назад, я хотел попасть в одну ортодоксальную церковь. У меня были шорты ниже колен. И я пришел в церковь, меня не пустили. Говорят: брат, извини, ты неприлично одет. Буквально недавно, вот, может быть, год назад, я видел там сестру в такой юбке, что даже, наверное, в миру неприлично в таких ходить. Ну, очень, очень уж короткая. И кто-то, может быть, скажет: одежда – это не показатель святости. Но я скажу все-таки, что, наверное, показатель. Потому что это, знаете что, это показатель нравственности. Одежда – это показатель нравственности. А нравственность, если мы вспомним с вами книгу «Левит», в Торе, которая основной мыслью всей книги Левит является святость, она затрагивает нравственные законы и регулирует эти нравственные законы. Поэтому это вопрос о святости. Почему же так происходит? Почему же планка понижается, а юбки повышаются? Почему? Так, ну, вопрос. Знаете, прежде чем сказать, хочу показать, как действует Божий план, так просто, но наглядно, и я думаю, всем будет понятно. Есть пункт А, есть пункт Б, есть Божий план. Вот. Он начался, этот момент сотворения неба и земли, и закончился новым небом и новой землей. А и Б. И вот на определенном этапе человек упал. Вы помните, произошло грехопадение. Человек упал с этого уровня, на котором Бог хочет его видеть, он упал. Но Бог потом, благодаря жертве Иешуа Машиаха, он поднимает нас. Он опять нас поднимает, ставит в часть своего плана, говорит: иди. Но, говорит, у меня есть в себе определенные условия. И это условие мы можем видеть через все Писание. Оно проходит через все Писание такой красной чертой. Будьте святы, ибо я свят. И в Евреям также мы читаем: старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Бога. И мы можем пройти этот путь при одном условии. Если на протяжении нашей жизни ежечасно, ежедневно, ежечасно, ежеминутно, ежесекундно будем преображаться в образ Господа нашего, Иешуа Хамашеха, понимая, что все это делаем мы для блага других людей. А это значит, что как Иешуа принес себя жертву, причем его жертва, она была действительно святой, мы знаем, что он был без греха, Иешуа был без греха, так и мы с вами, имея святость в нем, получив в нем святость, можем пройти наш путь нашего служения, пребывая в состоянии святости. Я не оговорился пройти путь нашего служения, потому что часто мы совершаем путь нашего спасения, но я скажу, что мы должны совершать путь нашего служения Богу, потому что мы призваны к тому, чтобы служить Богу. И это очень важный момент. Но мы можем это сделать при основном условии, если наши жизни будут всецело посвящены Богу, и мы действительно, подобно тому, как это сделал Иешуа, представим наши тела в жертву, жертву живую и святую. Жить с пониманием, что мы святые, отделенные Богом от греха для определенных целей, и мы должны также отделять себя для этих целей, в своих поступках, в своей жизни, в своих делах. Я не говорю о том, что мы здесь делами спасемся, нет, но наши дела – это подтверждение нашей веры, это подтверждение нашего спасения, это подтверждение нашего состояния святости, в которое нас Бог поместил, спас в Иешуа Мессии.
Потому что, друзья, я скажу, что если мы не принесем наши тела в жертву, то знаете, что будет с нами? Наши действия и наша жизнь, она станет такими плотскими потугами вот в достижении святости. Оно перейдет, непонимание своего вот этого внутреннего состояния посвящению Богу, оно оборачивается потом таким образом, что мы пытаемся своими какими-то усилиями достичь какой-то планки, которую опять мы выстраиваем каждый в своем понимании. И поэтому мы можем видеть, что уровень длины юбок в разных разный, как бы. Но тут вопрос, мы не регламентируем эту длину. Извините за пример, сестры, просто это для наглядности. Мы не регламентируем, но это должно исходить из сердца, из понимания нравственных вопросов. Друзья, то, что я говорю, это не просто слова очередной проповеди. Это Божий замысел для нас. Дух Святой, Он раскрывает для нас устами апостола Павла принцип пребывания в святости. Третье качество. Наше служение должно быть благоугодным. Интересное такое слово. Благоугодным. Представьте тела ваши в жертву святую, благоугодную Богу. И значение слова благоугодное, оно является приятным, приемлемым. И опять мы видим аналогию с жертвой Ола. В книге Левит мы читаем, что это жертва, всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Понимаете? И если мы посмотрим, то жертва Ола в контексте личного приношения, она была добровольной. Человек сам добровольно, если хотел, приносил эту жертву. Но мы видим, что при этом сам Бог, Он регулировал, каким образом эта жертва должна быть принесена. Наши жизни и наше служение Богу будут благоугодными только при условии полного подчинения Ему. При условии, если мы готовы оставить свое понимание, как мы это видим. Потому что очень часто в служении мы хотим делать так, как мы это понимаем. Мы даже умеем наше понимание подогнать под Священное Писание. Но мы должны брать Писание. Почему мы должны изучать Писание? Для того, чтобы не наши идеи подгонять под Слово Божие, а из Слова Божие подбрать те принципы, которые Бог хочет, чтобы мы использовали в нашем служении. Только тогда наше служение, оно будет приятным Ему, когда мы делаем это так, как Он этого хочет, а не так, как мы этого хотим. Но знаете, друзья, я скажу, что сегодня мир говорит совсем другое. Сегодня мир говорит, ты личность, ты человек с большой буквы, ты покоряешь свежень, ты покоряешь стихии, ты движешь прогрессом, ты должен быть самореализованным, ты должен самореализоваться, ты должен самоутвердиться. Ты – это ключевое слово в твоей жизни. И вся наша жизнь зависит от того, что ты выберешь. Но я скажу вам, друзья, выбор играет огромную роль на нашей жизни. Но важность и успех зависит от того, на чем этот выбор основывается. И Сергей Михайлович сегодня в комментарии говорил, что наша жизнь – это последствия того, что мы выбираем. И мы с вами, будучи Божьими детьми, должны выбирать того, что хочет Бог. Мы должны делать все так, как этого хочет Бог, а не так, как мы этого хотим. Аллилуйя. Друзья, я скажу, что сегодня, к сожалению, и в церкви,
Конечно, в нашем постсоветском пространстве мы больше слышим таких вопросов, но и то я смотрю, что меньше мы слышим вопросов, когда говорится о том, что в начале своего пути надо подчиниться Богу и Его воле. Потому что мы свой путь начинаем именно с подчинения. Скажу честно, да, бывает, что мы приходим и по нашей неграмотности, по нашему незнанию, где-то еще отголоски прошлого, и мы где-то хотим еще самореализоваться, где-то утвердиться, но Бог говорит через свое Писание, тебе надо подчиниться мне. Самореализовываться, церковь — это не место самореализования. Это место реализования Божьего плана. И я скажу вам, друзья, что в послании Иакова написано, 4 глава, 10 стих, «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Но что значит вознесет? Он не сделает вас таким суперхристианином. Ты, вот я какой серьезный уже. Меня Господь вознес, и я такой весь. Ох, ох. Нет, Он вознесет вас для исполнения своего плана, для вашей жизни, для своего царствия. В этом возношение ваше пред Богом. В этом Его божественный план, чтобы вознести вас для реализации Его плана, а не самоутверждения и самореализации. Друзья, апостол Павел, понимая Божье благо, потому что я скажу вам, что Бог поднимает нас для исполнения своей воли, которая благая, угодная и совершенная. Его воля для нас всегда благая. И для исполнения своего плана он дает нам благо. Он дает нам благо, мы не всегда понимаем. Не всегда мы понимаем, что то, что Бог хочет от нас, это благо. Иногда это может быть казаться какой-то тяжелой ношей, но для нас это благо. И апостол Павел, понимая Божье благо, он призывает нас посвятить наши жизни на служение Богу. Но посвятить не так, как мы этого хотим, а так, как этого хочет Бог. И он показывает это примером своей жизни. И в послании к Галатам он говорит, 2 глава, 19-20 стих, он говорит, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, живет во мне Машиах». Друзья, мы должны сораспяться Христу. И уже не я живу, но живет во мне Он. Но мы сможем это делать когда? Когда мы станем жертвой. Когда мы станем жертвой, когда мы посвятим всю свою жизнь, когда мы посвятим все свое естество на служение Богу. Причем сделаем это так, как Он этого хочет. Не как мы это видим, не как мы себе это выстроили в нашем сознании, но так, как хочет этого Он. Тогда наше служение, оно станет действительно благоугодным. Оно станет приятным Богу. Я буду заканчивать, друзья, потихоньку. Попрошу наших музыкантов помочь мне в этом, если можно. Подводя итог, хочу вспомнить историю, с которой мы с вами начали все наше общение. Историю Pony Express. Pony Express была очень успешной фирмой во время своего существования. Вы знаете почему? Потому что ее сотрудники были посвященными молодыми людьми. В чем выражалось это посвящение? Они читали объявления, где было честно написано, чего от них требуется. И они становились перед выбором. Кто-то говорил, нет, эта работа не по мне. Но кто-то говорил, я готов. Я готов это делать. Я готов делать то, чего требует от меня эта фирма.
Эти начинали, эти ребята, они начинали работать в этой компании. И, может быть, они звезд с неба и не хватали. Но каждый из них, он знал, что в конце своего пути из Сент-Джозефа в Сакраменто он получит $2.5 за унцию перевезенной почты. Для них, для каждого, это была награда за их труд. Дорогие братья и сестры, мы с вами также можем быть посвященными служителями Божьего Царства. У нас также есть Писание, которое открывает нам правду о том, как мы должны жить, как мы должны служить, как мы должны выглядеть, каким письмом мы должны быть для этого мира. И каждый из нас стоит перед выбором. Кто-то, может быть, говорит: ну, я буду приходить иногда в церковь, когда мне захочется. А кто-то скажет: нет, я готов посвятить свою жизнь на служение Богу. Я готов это сделать. Друзья, Писание говорит, что эти посвятившие себя Богу, они в конце обязательно будут иметь награду. Вы знаете, посвятившие себя Богу обязательно будут иметь награду. Эта награда будет ценнее всех наград. Эта награда ценнее золота. Эта награда ценнее серебра. Об этой награде мы читаем в Евангелии от Матфея, 25 глава, 21 стих. Это награда слова. Добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим поставлю тебя. Войди в радость господина своего. Как хочется услышать эти слова. Как хочется услышать слова, которые Бог хочет сказать нам. И сегодня, как и 2000 лет назад, Бог призывает каждого христианина к жертвенному служению. Он призывает нас с вами. Он призывает свою общину. Если мы называемся славным именем Господа Иешуа Мессии, то наш долг посвятить нашей жизни на служение нашему Спасителю. Причем наше служение должно быть жертвенным. И наша жертва должна быть живой, святой и благоугодной для Господа. В конце я хочу повторить, друзья, я еще раз хочу повторить, чтобы это запечаталось в наших сердцах. Каждый христианин призван к жертвенному служению Богу. И сегодня...